Я не стесняюсь критики, никогда не ухожу от прямых вопросов, от прямых проблем. Например, там, распространение билетов. Там, уже давным-давно уже ушел, весь мир сделал в этом шаг вперед, мы еще топчемся на месте. Или другие вопросы, там, связанные сейчас с регламентом, или теми или иными трактовками в дисциплинарных правилах. Я готов, чтобы мы ни в коем случае не прятались и не, там, не закрывали глаза на то, что там, накопилось годами. И накопилось настолько много, что его необходимо вырезать, и вырезать очень жестко, и несмотря на там, лица или фамилии, или клубы, которых кто кого бы не представлял. У меня нет боязни ни перед какими грандами и фамилиями. Но самое главное, и тут я хочу подчеркнуть, мы можем об этом говорить сразу по окончании Евро. Мы можем сесть, у нас будет достаточно времени и друг другу накачать прямыми вопросами и принять правильные выходы из этих ситуаций. Самое главное, что сейчас, и это я обращаюсь ко всем средствам массовой информации, ко всем журналистам, нашим болельщикам, прекратить агонию негатива вокруг команды, вокруг ребят. Это точно то, что не усилит нашу команду. Это точно то, что именно сейчас ослабит наши шансы. Так, главное – это поддержка, полная, единая поддержка. Если есть критика, если есть вопросы, мы их всех решим. Поверьте мне, что здесь мы никогда не будем прятаться или там, стесняться каких-то неудобных вопросов. Говорим открыто, и если необходимо вносить те или иные изменения, мы их внесем. И поменяем то, что необходимо. Важно, чтобы было сегодня вокруг команды, вокруг сборной Украины, которая будет представлять нашу страну на самом главном форуме, впервые выйти на этот форум в финальную часть, мы не имеем права себе позволить вносить разногласия внутрь коллектива.